Ну что, пришло время поздравить всех с Новым годом, пожелать там счастья, говорят, да, желают обычно, здоровья, чтобы легендарочки там дропали, да, в нашем любимом Варкрафте, чтобы что еще было. 2018 год — это год собаки, но не будьте псиной, поступайте всегда честно, не лгите никому, не делайте каких-либо подлых вещей, меньше нытья по поводу того, что вас не берут какие-либо ключи, либо рейды. Намного всегда приятнее самим создавать какой-либо контент и самому руководить какой-либо группой, да так даже проще намного. Чтобы все было отлично, чтобы все дропало, чтобы все было. Смотрите видосики, извлекайте полезный контент, получайте новые знания, раскидывайте их там друзьям, сагильдийцам, там, людям даже, которые забанены у меня. Им тоже скидывайте, пускай учатся ребята. Может, научатся играть в эту игру наконец-то, а не просто судить меня по интерфейсу. Вот. Ну все. А что еще разговаривать вам? С Новым годом у вас, 2018-м. Надеюсь, этот год принесет море интересных вещиц, таких как выход нового дополнения Battle for Azeroth. Ну и, конечно же, будет новый контент по этому дополнению. И если получу бету или альфу, что-то типа такого, то да, конечно же, будут по ней стримы. Иначе никак. Ясное дело то, что после получения таких интересных вещиц нужно показать их вам. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Как говорится, берегите ноги. До скорого.